такие, наверное, которые являются моими визитными карточками в каком-то смысле. Еще Джонни Деппа не пела. Вот там и Ди Каприо. Ну, в общем, и Пола Маккартни. Где-то так вот. Как бы им троим. Просто, да, разглядела, что, оказывается, они там есть. Ну и напоследок... Тоже слушают. Причем очень внимательно. Это же портреты. Ну да, 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 это те самые. Ну и напоследок моя песня. Куда? Направо. Направо. А, право. Нет, другое право. Право там. Направо. А, ну я же не ошиблась. Ну. Ну это назад, а не направо. Направо-назад. Ну ладно. Я спою песню напоследок, которую написала, наверное, самую третью в жизни. Мне было 15 лет. И сейчас мои дети взяли в руки гитару, и моя 11-летняя дочка поет разные-разные песни. И все больше и больше их появляется. Я думаю, что как-то, наверное, в ней что-то это проснется тоже. Про края, где меня Настя.
Спасибо большое.